Друзья мои, рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Зовут меня Александр. Сегодня нахожусь в коммерческих банях Филин и, в частности, в парной бане под названием Венеция. Это одна из немногих газовых бань, которая находится на территории Саратовской области. Это огромный сруб, в котором находится газовая печь от компании Easy Steam. Давайте проведем краткий экскурс по этой бане. Заходим в баню. Друзья мои, нас встречают раздевалки, мужская и женская. Это очень хорошо, потому что можно всегда переодеться, и никто никому не мешает. Также справа здесь находится туалет от входа. И пошли смотреть дальше. Очень мне нравится то, как сделана здесь проводка в таком ретро-стиле. Это сейчас очень модно, очень классно. Дальше идут у нас правила посещения и сами расценки на парные помещения, там вход, и продвигаемся с вами дальше. Попадаем мы в комнату отдыха. Здесь классный стол, очень антуражные стены. За моей спиной находятся вот такие вот прикольные штучки. Также ретро-велосипед такой. Ну, все, я думаю, о стиле вам скажет название этой бани, а именно Венеция. Есть такой вот венецианский, можно сказать, стиль. Кухня, на которой можно приготовить что-то, подогреть, чаек согреть, или вам принесут ее в самоваре чай. Дальше телевизор. И за моей спиной бассейн, куда мы также с вами пройдем. Бассейн открытый. Здесь такая комната отдыха находится, вот, где можно посидеть, просто передохнуть, причем как зимой, так и летом. Бассейн наш с подогревом. За моей спиной вот такой вот он здоровый, поэтому в нем можно, в общем-то, плавать и днем, и вечером, и зимой, и летом. Идем дальше. И дальше мы с вами попадем в комнату, где обычно находятся люди перед тем, как зайти в парное помещение, а именно душ. Заострять на нем внимание не буду, скажу лишь, что только то, что там два тропических душа, это очень прикольная штука. Здесь же у нас в помещении перед парной стоит обливаечка. Обливаечка, к слову, от компании ВВД Иншкомцентр. Это ливень на 50 литров. Классная штука. Сегодня мы ее затестим. Ну и сама парная. А в парной? В парной пауки. И печка от компании Easy Steam. И два добровольца. Печка в кирпичной обкладке с закрытой каменкой для коммерческого использования на газу. Проверим, какой пар она выдает. Ребят, поддайте. Я думаю, звук все услышали. Это крутой звук закрытой каменки. Заливать ее никто не собирается. Эксплуатируем печку по-правильному. Еще.
Ну что, друзья, вот такая экскурсия по бане Венеция в комплексе Филин у нас состоялась. Думаю, это место, куда стоит приехать отдохнуть с семьей, с друзьями, просто классно провести время. Для любителей посмотреть футбол место тоже найдется. Но я думаю, телевизор вам здесь не нужен будет, потому что антураж этого помещения, классная банная печка и устройство обливное от компании ВВД сделают свое дело. Ну а для любителей поплавать в бассейне, на улице, на террасе есть бассейн с подогревом,